Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Ирина Витальевна Журавлева. В следующей лекции мы с вами поговорим о проблемах привлечения работников к работе в выходные, нерабочие праздничные дни и к сверхурочной работе. Кто из работников ни при каких обстоятельствах не может быть привлечен к такой работе? Кто из них имеет определенные льготы и гарантии? Смотрите на видеоконсультанта.